Усмана Нурмагомедова подозревают в наезде на сотрудника полиции. Об этом сообщают сразу несколько известных телеграм-каналов республики. Сегодня утром Усман Нурмагомедов вместе с товарищем Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву. Известно, что на въезде в аэропорт их автомобиль наехал на полицейского, который стоял на КПП. Тем не менее, Усман с другом улетели в Москву. Двоюродного брата чемпиона задержали прямо в Шереметьево.